О причине возгорания нефтяной скважины в Ногайском районе рассказали специалисты Росприроднадзора. По их данным, на объекте не следили за контролем техсостояния скважины. Напомним, авария произошла 21 октября. Спустя несколько дней в региональном МЧС заявили, что целесообразнее остановить тушение, так как оно может привести к еще большим последствиям для экологии. В Росприроднадзоре также отмечают, что в воздухе и в почве вокруг скважины наблюдается превышение по ряду показателей. На это указывают анализы взятых проб.